Давайте как-то у меня маленько чуть-чуть это поддержите. У них родился сын, первенец. Первенец, парень. Я уже посмотрел на него, думаю, вот это парень. Всего полтора месяца, уже больше моей дочери, которой три. Ну реально богатырь. Петр. Петр. Ай, красавчик какой. Знаете, ну, Писание говорит, что дети — это награда от Господа. Награда. И вот они очень долго ждали. Очень долго ждали эту награду, очень долго ждали этого ребенка и наконец-то дождались. Давайте воздадим Богу славу. Потому что Бог, Он верный Бог. Аминь. Бог, Он может абсолютно все. И поэтому вот, слава Богу за ваше терпение, за вашу веру, за то, что вы дождались, за то, что вы были верными, молились, вымолили это чудо. И как это у нас водится по нашему обыкновению, мы хотим посвятить этого ребенка Богу. Знаете, когда человек, ребенок от рождения посвящен Богу, это другой ребенок. Когда над ребенком Божья рука и Божье покровительство, это совсем другие дети. Я вам честно говорю. Дети, которые рождены вот, вот таким образом, рождены на жертвеннике, рождены в церкви, рождены, да, во славе Божией, это другие дети. У них есть привилегия. Привилегия, у них есть защита, у них есть покров, у них есть ограда. И у них есть будущность и надежда. Амен. Потому что сегодня в мире, ну там, в мире, очень сложно выжить. Там царство сатаны. Реально. Там его принципы, там его правила, там его законы. И весь мир этот живет по этим правилам, по этим принципам. И слава Богу за церковь. За то, что у нас есть сегодня возможность сохранять какие-то каноны, сохранять какие-то ценности. Для того, чтобы наши дети, они могли вырасти в благословении. Амен. Ну что, кто-то мне поможет? Давайте помолимся. Доверяете мне, у меня же такая же. Отец Небесный, стоя перед Твоим лицом, мы посвящаем этого ребенка Тебе, Господь. Мы приносим его на крыльях наших молитв Твоему престолу, престолу милости и благодати. И я нарекаю этого ребенка ребенком Божьим. Я говорю, ты, Петр, будешь тем камнем, на котором будет благодать. Я прошу тебя, Бог мой, особенным образом, пусть твоя рука всегда будет над этим ребенком. Пусть твоя святая кровь, она всегда будет защищать его. Пусть ангелы твои, они прямо сейчас будут приставлены к этому ребенку. Во имя Иисуса я благословляю. И я говорю, Бог мой, это твоя награда, это твоя слава. Аллилуйя. Я молюсь сейчас за родителей. Я прошу, Бог мой, чтобы ты явил свою славу в их жизни, чтобы ты дал им мудрость, чтобы ты дал им благодать в воспитании, в обеспечении. Пусть все, что связано с этим ребенком, с их жизнью, с их семьей, будет под твоим покровительством. Во имя Иисуса. Я благословляю эту семью. Я благословляю их жизнь. Я благословляю все, что связано с ними. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте все вместе благословляем.